Как дела? Забыл, что у нас обед. Мы ждем тебя уже полчаса. Заканчиваю естку и сразу же... Даниэль, я полгода хочу представить тебя отцу. Родители ждут, а ты где-то шляешься. Не обижайся, тут срочное дело, очень важное. А я, значит, не важна. А моя семья что, ерунда? Лили, брось драматизировать. Мама нервничает из-за мяса, отец весь истомился. Можешь прохлаждаться, успеешь только на кофе. Извини, но быстрее не получится. Честное слово, я не хотел. Чего не хотел? Что такое? Кто там кричит? Просто одна дама. Спасибо, я сама поняла. Она орет, как ослица. Что ты с ней вытворяешь? Ничего, просто смотрю. Тут совсем не то, что ты думаешь. Клянусь, это недоразумение. Но я слышу эту стерву. Сейчас ты скажешь, что она моя знакомая. Вовсе нет. Я ее не знаю. Вижу впервые в жизни. Я его чувствую. Какой он большой. Ты надо мной издеваешься? Мы тебя ждем, а ты подцепил какую-то девку и трахаешься с ней в своем такси? Что за глупости, Лили? Эта женщина не может терпеть, потому и кричит. Но муж ее держит. Там еще и ее муж. Вы занимаетесь групповухой. Нет. Так, кто-нибудь расскажите моей девушке, у меня не получается. Давай ты объясни, это из-за вас я влип в историю. Добрый день, я муж, видите ли. Слушайте, это великолепно. Ты тут, Лили? Даниэль, скажи, кто он, и я отправлю его в морг. Не волнуйся, он в шоке, не отвечает за свои слова. Хочешь, дам тебе доктора? И доктор с вами? Черт возьми, Лили, клянусь, выходит, я не обманываю. Пустись. Дело идет к концу, уверен. Да, вроде бы ребенок на подходе. Ребенок? Да, вот и головка. Что-то похожее на нее. Это твой ребенок? Нет, это не мой. Он совсем не похож на меня, клянусь, страшный, весь сморщенный, похож на старого карлика. Вот и все. Ох, милый какой. Ты не обманываешь. Послушай меня полминуты. Я посадил в такси беременную женщину, подвез до клиники, но она родила не в ней, а в моем такси. Вот уже целый час они пачкают мне сиденье. Эй, не бейте ребенка, что он вам сделал? Теперь с ним можно договориться. Это было чудесно.